Доброе утро, Инстаграм. Ну шо вы там? Саня Кит Василь. Та за шо? Саня Кит Василь. Та за шо? Здрасте. Эй. Сань, там двери закрыты, Сань, куда едет он? Там ворота, блядь. Накатывает километраж, что ли, че шо, блядь? Сейчас развернется, назад поедет. Что хочешь сказать, Люда? Всем салашка. Здравствуйте. Ростовчане. Ростов на базе. Ростов на базе. Ну давай свой новый рэп, который ты говорил. Ох, и красный мокасин. Телёп. Это важный такой, видите, вообще просто максимально важный. Что-то там кому-то рассказывают, реально. Нажми на эту кнопку. Давай, не бойся. Нажимай. Скажи здрасте. Нажимай, давай. Давай, нажимай. Она боится записывать истории, пацаны. Что делать? Поздоровайся с людьми. Да я не хочу. Он смотрит, мне красный был дух. Да. Да? Слушайте, здрасте, короче, точно. Я четвергушники. Все, я их запускаю с этого четверга. Четверга. Когда сегодня что? Сегодня воскресенье. С четверга полетит конкурс четвергушники. Не проеби свой варик. Эй, эй, короче, пацаны, это Клава, а это ее аккаунт. Ну, вы сами понимаете, о чем речь. У нас дома... Чуть побольше этого. Угадай, как я? Я в норме. Угадай, где я? Я на доме 2. Твои комментарии. Это пушка. День просто. Пушка. Владивосток 2000. Только освободились, едем, короче, на поляну. Прикиньте, что за движ, пацаны. Молодец, все правильно ответил на вопрос. Ну, видишь, предложение есть предложение, а вам еще. Эй, балес. Эй, балес. Куда? Интересно, будешь езжать? Да, это новая малыха его заезжает. Смотрите, как Ляха умеет щеголять на этих. Кабучина. Ровненькая, стройная. Да за что у меня такая хорошая жинка, пацаны? Ребята, вы мне просите записывать больше историй. Я хочу вам показать моих вдохновителей, которые учат меня ростовскому диалекту. Перед вами Юлия и Слава. Юлия и Слава, поздоровайтесь с вами. Да, шо вы там, пацаны, нормально. Да не мороси, ты шо ходишь, шо ли? Да не мороси, вы не выкупаете. Это были Юлия и Слава, поаплодируйте им.